Привет, Картопольцев Александр, 53 метра, прыгаю первый раз. Настроение отличное, ребята веселые тут. Все навязывают голубые пароводики какие-то, так что это... Имейте в виду. Руку в петлю. Через правую руку. Едьте впереди, да? Имейте в виду, едьте впереди. Через правую руку ко мне спиной. Разворачивайся. Где группа поддержки? Нету. Нету? Правую руку. Вперед и вверх. Прыгаешь прямо по направлению. Как стоишь, так и прыгаешь. О толчке помнишь? Покричим, может, оп-оп-оп. Покричим. Поместили, оп-оп-оп, кричим прямо громко. Готов? Покричим. Все, давайте поорем. Раз, два, три. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, три, два, один, прыжок. Все, уже такой расслабон. Сначала реально отпускаться неохота. Нет, все, наоборот, 2 секунды. Очень, очень круто. Полет вообще прям огненный, незабываемый. Прям реально круто. Ощущения обалденные. Чувствуешь себя как-то по-другому сразу, когда преодолел это. Одно дело как бы залезть, стоять на вышке, другое дело повернуться, уже лицом стоять, там уже прям чувствуется и руки отпускать неохота. Но, как бы вообще, ощущения незабываемые, непередаваемые. Надо, пробуйте, ребят. Ребята, кстати, отличные все, веселые. Вообще нормально. Классная обстановка здесь творится. Типа это? Опа! Отлично вообще. Ноги готовим? Вот она, матушка земля. Да-да-да-да-да-да. Еще не отвык. А, все. Понял. Пытаюсь сопротивляться. Нет. Все. Вообще классно, Глеб. Да. Страшно было? Фу, ну, немного, да? Ну, это честный ответ. Не, когда полетел вот это вот ускорение изначально, это прям огонь. Очень круто. Свободное падение, да. Ощущение свободного падения, это на самом деле очень такое. Да, мне прям понравилось. Жалко, что, конечно, так, когда уже это, так мало. Маловато, да? Конечно, хотелось еще так лететь бы еще. Поговорить на камеру. Не, классная штука вообще. Ну все, что, тебе еще ждать? Да, конечно. Ну все, давай приезжай. Особенно если... Привози друзей, давайте родителей, маму. Выше объекты. Маму, да? Маму, папу, бабушку.